Хаджи Гирей, первый хан Крымского ханства, родился в 1397 году. Его предками были эмиры Крымского улуса Золотой Орды. Хаджи Гирей пользовался поддержкой великих князей литовских и начал свою воинскую карьеру, возглавляя 16-тысячное войско. В 1434 году участвует в сражении при Салхате против генуэзцев на стороне княжества Феодора и выигрывает битву. В 1440 году крымская аристократия просит Хаджи Гирея вернуться в Крым и занять престол. В 1441 году Хаджи Гирей становится правителем Крыма. Но ханы Золотой Орды не согласны с его независимостью, поэтому Хаджи Гирей вынужден вести с ними постоянную борьбу. На его счету две большие победы над ханами. В 1453 году в сражении на Днепре, а затем в 1465 году в сражении на Дону с ханом Ахменом. Умер первый хан Крыма в 1466 году и похоронен на территории современного Бахчисарая.